Я попросил не терроризировать людей. Я говорю, ко мне все проблемы предъявляйте. Я говорю, они пускай идут домой. Все сзади по голове. Думаю, что бейсбольный бит и гематома внутренняя. 10 просто по мне скакали. Очнулся от того, что я задыхаюсь. У меня майка была на носу. Я хотел дышать. Меня с этой стороны били. Один прыгал на наручниках. На наручники у меня были застегнуты на спиной. Какой-то леской мне стягивали ноги. Минут 30-40. Я лежал, не двигался. Меня все равно продолжали бить. Это какая-то супермафиозная структура. Когда полиция приехала, я вздохнул с облегчением. Я понял, что я выживу. Потому что каждую секунду я думал, что я умру. У меня просто не хватало воздуха. И оказалось, что это федеральная полиция. Они, в общем-то, со мной достаточно профессионально обошлись.